Базисом всех будущих изменений Алексей Кокорин назвал привлечение инвестиций в область. По его мнению, этим должно заниматься не только правительство региона. Нам необходимо использовать любые возможности для оживления инвестиционного внимания к Зауралью. Поиск инвесторов отныне будет не только задачей регионального правительства. Обращаясь к каждому главе муниципалитета, количество привлеченных средств и их эффективное использование становится одним из основных критериев вашей работы. Инвестиционные механизмы должны присутствовать не только на бумаге, они обязаны реально действовать на местах. По мнению Кокорина, инвестиционные площадки должны быть созданы в каждом районе области. Появление в регионе новых инвестиционных производств позволит привлечь дополнительные налоги в бюджет, создать рабочие места с достойной заработной платой. Для этого необходимо, во-первых, обеспечить комфортные условия инвесторам в каждом районе и городе. На областном уровне такая работа уже ведется. В сельском хозяйстве глава региона предложил сосредоточиться на животноводстве и в самое ближайшее время запустить в этой отрасли малые и крупные предприятия. При этом он подчеркнул, что в каждом районе должно быть создано от 500 до 1000 рабочих мест. Алексей Кокорин отметил, что единственный путь дальнейшего развития Зауралья – выход на лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по инвестиционному привлечению средств. Представители независимого общественного экспертного совета высоко оценили предложение главы региона. Он сказал, как наполнять бюджеты муниципальных образований без работы с населением, без работы с предпринимателями, без инвестиций. Мы, говорит, ничего не сделаем. Вот работайте каждый в этом направлении, тогда у нас начнутся сдвиги. Предлагается совершенно конкретная, так сказать, работа в этом направлении. Прежде всего анализ, затем разработка планов конкретных и контроль за исполнением. Вот, наверное, это одно из самых главных, так сказать, направлений в работе всех руководящих органов, которые имеют место в области. Кроме того, в своем обращении Алексей Кокорин рассказал, что в этом году в Шадринске пройдет 5-й инвестиционный форум, который отныне станет основной областной площадкой для привлечения средств. Василий Малухин, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».